Останьтесь, перышком летят. Ибо каша, это значит повторяется потом, да? Сюда вот последний. Ну все. Так, сейчас музыку повторю. Православным свойственным был обычаем. Там у ивы тихоны еремы не казались никому как бремя, и попа не называли темным. Прости, Господи, душа в тисках застонет, Ваньки встаньки с перышком летя. А тут забыл я. Там монахом Питерем Антоний, да и в тихий с Ермогеном спят, да и в тихий с Ермогеном спят. Прости, Господи, душа в тисках застонет, Ваньки встаньки с перышком летят. Стал монахом Питерим Антоний, да и в тихий с Ермогеном спят, да и в тихий с Ермогеном спят. Вспомнил. Поехали. Православным свойствен был обычай называть детей не как хотели, не по самости родных и не по бычьи, святцах именно в тот день смотрели. Потому Клименты и Ефремы, Самуилы, Тихоны, Еремы не казались никому как бремя, и попа не называли темным. Прости, Господи, душа в тисках застонет, Ваньки встаньки с перышком летят. Стал монахом Питерим Антоний, да и в тихий с Ермогеном спят, да и в тихий с Ермогеном спят. Сколько красок, музыки и света в именах старинных, словно в злате. Дед Кондратий шлет Кузьма приветы, от Демьяна правнук был Игнатий. Бабушки Устинья Евдокия и дядья Макар Эммануил, Филарет, Амос, Наум, такие имена вражина схоронил. Прости, Господи, душа в тисках застонет, Ваньки встаньки с перышком летят. Стал монахом Питерим Антоний, да и в тихий с Ермогеном спят, да и в тихий с Ермогеном спят. Брат Иоаким теперь священник, Дини дожил, отошел давно, а сегодня имена мученья по шаблону имя всем дано. Таня Света, бабушка Алена так хотят легко назвать внучат. От бобра бобер и клен от клена рубят по стандарту все с плеча. Нет фантазии и не мозги, а каша отпечаток давнишней холеры. Если девочки, то Юля и Наташа, если парень, Вовка и Валера, а если парень, Вовка и Валера. Прости, Господи, душа в тисках застонет, Ваньки встаньки с перышком летят. Стал монахом Питерим Антоний, да и в тихий с Ермогеном спят, да и в тихий с Ермогеном спят. Следующий какой? На образ Сикстинской мадонны.